много славных имен на святой на Руси. Много сказано были, кого не спроси. И меж были жива, ни крива, ни стара. Про Февронию жену и супруга Петра. Многократно просили бояре Петра, мол, простую крестьянку гони со двора. Знатную дочь близ себя посади на престол. Князь послушал бояр и из града ушел. А того это стало, что мертвую плод зачитал, словно души всесильный Господь. Возвращайся, о княже, с женою своей. И во Муроме правда скончания дней, коли столь неразлучна душа твоя с ней. И в любви благодатней к успению лей. Дали Петр и Феврония взаимный обет, будто в каменном месте возлягут кровать, где вдвоем до страшного суда почивать. Оттого это осталось, что мертвый заветное праведным сном, а почили согласно в гробе одном. А народ по земному уму порешил и усопших немедля разнять поспешил. В усыпальницу князеву князя снесли, а жену его скит на погост отвезли. Но в канун погребения всех весь потрясла, снова в каменный гроб воротились тела. Смерти нет, смерти нет, и века напролет, к обоюдным останкам болезный народ. Исцеляться приходит, и славу поет, потому что любовь никогда не умрет.
Да.